Умыла ли бабуля Ларс? А я, кажется, знаю, кто это будет. Да, умыла, конечно. Ну, здесь на двоечке немножко кривато начала играть. Когда разгонится, получше надо. Все, Ларс лег. Меня тоже мыло. Я, кстати, руками пока не занимался, поэтому я такую штуку не сыграю двоечку. Просто в труху Ларса. Не, ну как бы здесь просто поэтому, что стёб, но если Ларс попытается поиграть такие двоечки, тут рудименты, то он максимально свои штаны как бы наполнит, максимально. Да, поэтому тут очень не кислый темп у бабушки.